Игромания представляет. Это видео снято 2 дня назад в горных ущельях. Местные гоблины каким-то непонятным образом превратились из мелкой проблемы в силу, способную сокрушить наш форпост. Благодарю всех за то, что сразу же пришли. Вас, доктор, благодарю за гостеприимство. Чем объяснить стремительный прогресс гоблинов? От примитивного лука и стрел к танкам и пулеметам. Где у них база? Что нужно, чтобы справиться с этой угрозой? Предлагаю немедленно выслать экспедицию, провести всевозможные исследования. Добровольцы есть? Ущелье? Это в центре их земель. Туда я довезу вас. Но не гарантирую, что смогу вытащить обратно. Виктор? Виктор Индастрис получит возможность испытать в бою охранных роботов последней модели. Очевидно, что кроме человеческих ресурсов, экспедиции потребуется нечто более мощное против оружия гоблинов. Высокотехнологичное вооружение наших роботов обеспечит успех операции. Есть еще желающие? Что ж, таким образом Райдер и Виктор составят наш ударный отряд. Да, доктор. Пока мы не приняли никакого решения, позвольте представить вам мою недавнюю разработку. Идемте. Дядя! Эй, как поживаешь? Хорошо. Я сейчас немного занят. А? Мне надо идти. Увидимся. Ладно. Начинаем. Только не спеши. Все получится. Перед вами мое лучшее творение. Нек. Как вам известно, краеугольным камнем нашего общества являются эти реликты. Таинственные останки неизвестной цивилизации, которые питают наши машины и вообще делают возможным наш образ жизни. Выкапываем эти реликты из-под земли, а потом используем в качестве источника энергии для наших машин, самолетов и генераторов. Обнаружение этого бесперебойного источника энергии навсегда изменило нашу жизнь.
Много десятилетий я изучал тайны этих реликтов и пытался вдохнуть в них жизнь. В результате появился Нек. Живое, думающее, дышащее существо. Видите, у Нека есть способность к быстрому росту. Нек, уменьшись и пролезь сквозь эту трубу. Нек может заряжаться за счет энергии, содержащейся в янтаре. Зарядившись, он способен выбросить накопленную энергию с невероятной силой, создавая ударную волну. Нек, с помощью ударной волны выбей щиты у этих роботов. Как видите, ударная волна может уничтожить сразу несколько целей. Thank you.
Как еще раз зарядить энергией с помощью янтаря? Нек также может использовать энергию янтаря, чтобы трансформироваться в шторм реликтов. А теперь, Нек, покажи им, что делает с врагами твоя атака шторма. Как вы видели, Нек способен увеличивать свои и без того внушительные силы за счет энергии янтаря. Впечатляюще, доктор. Его зовут Нек, верно? Вообще, я и сам так себя зову. Впечатляюще? На вид какой-то хлипкий. В погоне за гоблинами нам встретятся вещи посерьезнее неповоротливых консервных банок. К чему это вы клоните, Виктор? Ну, я захватил своих охранных роботов. Если Нек их одолеет, я выделю для него место в экспедиции. Ладно. Может быть, выйдем в сад? Там побольше места. Ну, думаешь, Нек победит? Сейчас увидим. Нек также может использовать энергию янтаря, чтобы взрывать удаленные цели шквалом реликтов. Эта атака способна поражать сразу несколько целей. Thank you.
Следующий.
Шарлотта. Простите. Кто там у нас хлипкий? Похоже, доктор к нам присоединится. Но он нужен нам. А еще нам нужен Нек. Чудесная демонстрация, доктор. Да, Нек должен войти в состав экспедиции. Что бы Шарлотта сказала о Неке, будь она здесь. Ну же, док, пойдемте. Скорее, парень, у нас мало времени. Эй, док, спасибо за племянника. Он так вырос. Честно говоря, раньше с ним было проще. Теперь ему нужно всюду сунуть свой нос и поспорить. Иногда терпения не хватает. Похоже, он вас утомил. Может, стоит забрать его на пару дней? О, пожалуйста. Лукас, мы снова вместе? Следы от гоблинских танков должны были сохраниться. Смотрите в оба! Ну, Нек, приключения начинаются! Давно пора. Ну, милая. Пожелаю удачи. Правый борт! Я вижу танки! Это старая шахта. Она огромная. Тянется на многие мили. Непонятно, что задумали гоблины. Предлагаю сесть и взглянуть поближе. Они забаррикадировали вход на совесть. Придется искать другой путь. Я предлагаю разделиться. Скажем, на север, восток и запад через лес. Мы идем через лес. За мной, Нек.